Добрый день! С вами сайт «Своими ручками». Подпишитесь на наш канал, чтобы не пропустить все самое интересное. Сегодня изготавливаем с вами ажурный цветочек. Имея лишь 2 квадрата бумаги и ножницы, можно изготовить ажурный цветочек, показанный в данном мастер-классе. Для создания такого цветка нам потребуется 2 квадратных листа красного цвета, ножницы, декоративная бусина, карандаш, клей. Каждый из приготовленных квадратных листов нужно подготовить определенным образом. Первый сгиб делаем по диагонали, затем получившийся треугольник складываем пополам. После выполняем еще одно сложение пополам. Далее нам требуется нарисовать карандашом линии для будущих разрезов. Но перед этим требуется убедиться в том, что сложенная заготовка расположена следующим образом. Открытые срезы с левой стороны и справа вверху. Берем ножницы и делаем разрезы точно по намеченным линиям. Такая заготовка получается на развороте. Средние вырезанные полоски загибаем к центру и приклеиваем. Из второго красного квадрата делаем аналогичную заготовку для будущего цветочка. После этого наносим каплю клея в центр, а затем прикладываем вторую заготовку со смещением 45 градусов. Центр цветочка украшаем декоративной бусиной. Подпишитесь на наш канал. Отдельное спасибо за лайки. Всего вам доброго!